Друзья, здравствуйте! Сегодня у нас 26 мая 2023 год. Я продолжаю свой видеодневник и продолжаю рассказывать о деревьях и других растениях, которые встречаю на своем пути. Сегодня хочу вам рассказать о таком удивительном дереве, как луху скалистый. Вот так он прекрасно цветет. Дерево, которое одно из немногих совершенно не боится соленой воды. Вот видите, морской прибой, корни там в 20 метрах от воды. И когда идет шторм, то вода добивает прямо под корни. Вот, хороший медонос. Здесь пчел мало, потому что это дерево находится очень далеко от населенных пунктов. Это за башней там Чабан-Кале. Вот там она выглядывает. Это генуэзские башни между морским и приветным. Тут от населенных пунктов более 5 километров. Пчелы на такое расстояние не летают. Ну, бабочки я вижу, кое-какие пчелки есть, но мало. Вот если присмотритесь, то можно увидеть. Вот, но дерево уникальное, очень засухоустойчивое, солевыносливое. Запах тут совершенно обалденный. Приятная очень энергетика этого дерева. Так что красивое очень. Азотофиксатор. Твердая древесина красивая, так что масса вот такие у него плоды прошлогодние. Сажать можно его и косточками прикапывая в землю и выращивая саженцы. Сейчас я начал активно выращивать уже саженцы под осень. И буду вот эти вот берега пустынные тоже засаживать, в том числе и лохом. Теми деревьями, которые будут не бояться соли, и люди могут сюда приходить и отдыхать в таких вот нишах. К сожалению, здесь я не нашел родник, так что на выживаемость. Но тем не менее, я думаю, что постепенно с вашей помощью это все можно засадить. Кто хочет поддержать мои посадки, кто хочет и может, может перевести какую-то денежку мне на карты, которые я оставлю в описании под этим видео. Сажайте деревья или сосады, будьте счастливы. Всем мира и любви.